растет, а мне нехорошо. Вань, ты чего? Не знаю, я, кажется, приболел. Блин. Блин. Я ж вообще-то тоже. Ну все, ты уже и так долго болеешь, меня лечи. Так. Я за градусником, лежи здесь и не двигайся. Хорошо. Как же это так, взял такой и заболел? Да я и сам не понимаю, представляешь, я сегодня, короче, утром просыпаюсь, и все, резко, бац, и что-то не остается. Так, Вайн, а ты мне ничего сказать не хочешь? Ты что, обосрался? Не-не-не-не-не-не, это я вспотел. В смысле? О, реально весь мокрый, капец, надо это, подушку перевернуть. Так, нормально, под тобой-то там сухо? Ну, вроде сухо, это хорошо. Точно, побосаться не хватало. Да ты что, офигел? Да все. Так, давайте передвину вот сюда, ага, и сейчас переверну подушку. Да блин, у меня самого кашель, еще тебя лечить. Это, конечно, жесть, ребят, ну за такую судьбу поставьте лайк-то хотя бы. Лежи и мери температуру. Ух, ну что ж, а вот и чаечек для Вайна. Мне кажется, или тебе еще хуже стало? Да, слушай, вообще капец какой-то. Подожди, сколько там температура? 38,5? Не, Вань, ты точно заболел. Так, тряпка. Блин, а какую тряпку обычно на голову кладут, я не знаю, так. Ладно, упустим этот вариант. Чай! Блин, ты же тогда еще горячее станешь. Ну, его все дают, когда люди болеют, так что я там тоже дам. Блин, а если ему реально только хуже и только жарче станет? С потом все выходит. Так. Вайн. Пей. Ой, ну как ты так заболеть-то успел, я не понимаю. Ну вот так вот. Так, Няшка, во-первых, ты когда успела здесь появиться, спасибо за платочки, но это, во-вторых, слушай, ты, может, это, подходить не будешь к нам обоим, да, а то еще заразиться не хватало тебе. Ой, да ладно, пойду я тогда. Ну что, Вайн, ты как? Слушай, это даже книжку почитать какую-нибудь. Книжку? Секунду. Бендика, да? Ага. Так, ну, страницу вроде помню, на которой ты остановился. Так. Так, открываю и... Это еще что такое? Ну, здравствуйте. Не понял. Это еще кто такие? Не знаю. Мы маги. Барагуджины. И мы заколдовали Вайна. В смысле заколдовали? А за что? За то, что он становится медленно, но верно, популярным. В смысле популярным? А во-вторых... Ты что обзываешься там? Не обзываюсь я. Так вот, а во-вторых... А он-то тут при чем? За что? Не надо его трогать. Короче, если под этим роликом не наберется 2 лайка... то он будет зачарован навсегда. Вы чё, офигели? Только посмеет до нас притронуться, и ты умрёшь мгновенно. Не понял. Вы чё, совсем? Мы сильны. Понял, я вас не трогаю. Всё, закрывай книжку. Ух, ну и ужас, нафиг эту книгу. Блин, ужас. Вайн, ты это слышал? Да, это вообще, конечно, капец. И чё мне теперь делать? Ребята точно не наберут 5 лайков. Ребят, срочно ставьте лайки. Ой, а вдруг они меня заколдовали, потому что я сейчас болею как раз. Блин, так, ну про меня они вроде ничего не сказали. Может, это и к лучшему. Так, а может быть, если я уничтожу эту книгу, например, пойду и сожгу ее, то они внутри там тоже умрут? Ну, книжку жалко. А ты что, здоровье хочешь, не хочешь свое возвращать? Блин, хочу. Так, ладно. Ты как тебе? Давай еще раз температурку измерим, хорошо? Ну давай, измерю. Так, сколько там? И... Слушай, 38,1 потихонечку вроде улучшается. Так. Блин, ну это, конечно, жесть была. Что это сейчас за маги были? Мне кажется, стоит все-таки разобраться. Так. И со всей дури сейчас... О, нет. Ну ладно, я специально вас вызвал. Наконец-то мы встретились. Ты что, нас неправильно понял? Мы ждем лайков. Братан, Луна! Что такое? Мне, кажется, плохо становится. Они лайки ставят. Блин, Монти, мне тоже.
Так вам и надо, я знал, подписчики нас не бросят. Ребята, все, кто еще не поставили лайк, ставьте скорее. На, Монти! На! Ах ты ж! Все, капец, повалил, кажись. Ах ты ж, какашка. Отступаем. А ну, стоять, куда собрался? Все, хорош. Ну мы еще вернемся за вами. Ага, вернетесь. Видели? О, мне, кажется, полегчало. А мне нет. Лох. А это означает, что маги меня не чаровали. У меня нормальная болезнь. Я даже этому и рад, если честно. Ладно, ребят, вот такой видос у нас экстремальный получился. Ставьте обязательно свой лайк, кто еще не поставил. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. И всем пока, кулики-досидолики.